пытались ему помочь, блядь, говорить что-то еще. Ему давали ГП, ему это даже не помогает. Шах, ну ты пряник. В порты надо летать или не надо? В портах летают два холипала и электрошам. Остальные хилы на рейд. Электрошам, ты готов? Нажми да, электрошам. Все, после рейда разберемся, пока рейд. Шлите через Виби. Подавителя. Вы должны мне помочь. Мои силы. Мои я лишь в рейде, я тебя отписываю сейчас. Как у тебя сдох? Да баг какой-то, блядь. Даже в интернете. Как чоп сдох? Не бери никого. Втроем летайте в одном фрейме, чтобы всем давался баф. Подавители вышли. Тут работает макрос на разбак от донов. Релот прокашен. По-моему, только на рекаунт. На рекаунт мне и надо. Ну да, там этот макрос работает. Скин есть вообще. Мне его нету уже. Мне мастер свой скинул, у меня он так и не багался. Кто не багал? Рекаунт, что? Рекаунт. Скилл и абсорб? Нет. Урон мне показывает. Ну я скидывал скиллом и абсорбом. Вам нужно что, на смерть или на эффективную что-то? На урон. Нанесенный урон рейду Линка, ну. Подавителя. Их там нет. Разгром справа. Подавителя. Прист, Вальдезе, диспель, болезни с танков. Да я диспель. Кто-нибудь диспельть. Утю прохил. Подавителя.
Меня выкинуло. Ты кто? Электрошам. Хуёво. Пусть А2 паладина хилит. Да, паладина спокойно захилит, чё вы паритесь? Если сдохнет, ну если тут один сдохнет, то будет очень плохо. Не будет плохо, ты всё равно захилит. Если стакки проёбывать не будет. Паладины вы хиляете через локов? Да, конечно... через локов. Подавитель. И разгром слева. Подавители убили? Нет. Чопс, ты меня слышишь? Захиливать, дуру. Через сколько у тебя будет третий акат? Подавители, подавители, быстро слили подавители. Тут разгром. Так, все. Лут поставь. Я уже поставил. Ну вот нормальный, нормальный хелпал. Клёво. Ебать, два осколка нахуй, ебать, это просто мощный рейд. Короче... Совет первый, 6 хилов идти на синдру. Ну и второй по первому траю посмотрим, кто по ДПСу, кто по ДПСу, кто по тактике слабый, поменяем сразу. Скажем так. Чтобы уже на себе хорошенько идти. А где у меня ролл? Ага, Якутия пускай забирает. А дайте ось, у него танк мейн. Вроде как. Мейн, мейн. Стоим тут, внутрь не заходим. За 10%. Квест? Почему? Сделается легко квест? Вот для ути, да, точно, сейчас здесь. Ты не ходишь на заяску? Ути... Получается ли что? Ути тут точно в ДД, микстурку в танк. Ну, я не знаю, глазастик если хорошо танчит, то можно его... Глазастик ты как танчишь? Синдралич. Я не про сопрот, я про то, ты убивал Синдрулич 25 опыта. Хорошо, я не могу тебе отдать. Тут без вариантов микстурку сразу, чтобы говна никакого не было со стороны танков. А кто будет падать, просто на замену пойдут. Так что имей в виду у тебя. Учись отбегать. Потому что... Ретрошам, ты тебя выкинула. Я умею отбегать, давай. Вот, сейчас посмотрим. Тебя выкинула, Ретрошам, поэтому не могу тебе отдать. Хапала вам нужно? Выкинь нахуй эту шмотку, блин. 18 толды. Давай уже спускайтесь, ну, к нам, уже надо трэшбить. Подождите. Слышишь, же микстурка что говорил? Придется потанчить тут синдром. Да не посрать. Потому что там... Может, там... Леопан потанчить, типа он хвастер на тебя? Нет. Это тебе не ДК с дурочкой танк. Это паладин. А, точно. Извините.
Надо трэш пить, ребята, вы тут? Все тут. Пока щелиной короне. Идите, все готовы. Идите в центр. Что вы стоите? Путя, после трэша на синдру ты в ДД. Два танка будут Игнар и Микстурка. А чё, я сейчас в ДД? Сейчас можно было потанчить, конечно. Хила Свету шестого сразу спрыгать. Потому что проблема будет с хилом. Не знаю, как эти половины пофигать. О, там боец. Бояшка в мобе. Я не могу ее отдать. Ты правильно, фрилуп давай. Утера убирай. Своим без боев. Этот предмет пока не разыграли. Фрилут это каждый сам за себя, а не групповая его. Не работает, скажем, на себя. Поставил, кажется, на себя. Это у нас дизель, да, каждый сам за себя. Это так печально, ребят. В такое время один. Мы должны разбрать, обычно. Что-нибудь общее. А это кто? Вы верите в Зитум? Да. Мы подставили. Это какие-то странные, блядь, представления нахуй. Блин, ну ребята, ты должны... Представления, у меня о людских понятиях представления. О людских понятиях у меня тоже другое представление. А это игра и гильдия. Тут как бы да, не, ну разных много есть планов общения. Можно общаться на какие-то темы жизни, можно общаться про кино, про еще про что-то. Но игра, вот что здесь нас объединяет, вот здесь в рейде, да, это цель убить мобу, убить боссов. Это нас объединяет. Нужно в этом плане быть просто командой. Быть профессионалами. Вот вы как знаете, вот если вы на кухне что-то готовите, да, и вас что-то расстраивает, там хуевое настроение. Но если вы профессионал, вне зависимости от этого настроения, вы сделаете все правильно, красиво и четко. А ну как тебе сказать, по-моему, всегда готовят только от настроения. И суть в другом. Что, блин, некоторым людям нужен толчок, чтобы они поняли, что они хоть в них нуждаются, точнее. То, что просто так, вот это. Толчок получается в чем, блядь? Сколько я видел, сколько, блядь, был и система кнута, и пряника, блядь. Но лучше всегда идет система именно кнута, а не. И смешанная система, где есть и то, и то. Ну, конечно. Есть и Б, и вот это тебе что-то пряник. А то, что потом людей пылесосят, это не означает, что их, блядь, лично жить. Я и только если пишу, что я хуесосил нахуй в этом. Про игру. А некоторых людей, да, уже в личном, да. Но это уже, блядь, лично, да. Но это не про рейдов никак не относится. Если бы я нахуй, например, хуесосил Шреддера, я бы сейчас сказал, я не буду ходить с ним в рейд, нахуй что, блядь. Ну разве в личной жизни это было по мне? А вдруг он в личной жизни качок, на? Что, я буду ему урод открывать? А что, обосрался, чушь? Да. Представил, что вы открыли. Мне лично посрать качок. Шо, пизду, панут приоритет, блять, меня. Что? Ставь, чтобы я мог плечи пиздить.
Дочь круче это. Дай мне лутера, попробуй. Сделаю, чтобы в рейды попадали только качки. И все будет замечательно. Ну, все, ты не может, попадаешь. Еще маслом смазывались перед лутера, этим, перед ДРТ, да? Знаете, качок я или нет. Кто-то не умеет собирать, да? Войско давайте, а то сейчас сдохнут все. Боб. Уже дали. Вы знаете, просто люди не просто так сюда заходят. Вы говорите там о игре, каких-то приоритетах. Но все равно мы, блин, здесь, грубо говоря, на рейдах есть рейды, которых будут, блядь, все получать пизды и не получать пизды. Вот после рейда вы общаетесь как хотите. А ну, после рейда ни одного собеседника. Ага, все куда-то пропадают, правильно? Бейте, вам больше встать. Так про какое тогда вы общение говорите, если вы все пропадают? У меня в сколько гильдиях не было, нахуй, вы еще не было в гильдии, где ГМ просто, блядь. Вот, блядь, ты что-то не так сделал, не так, блядь, шаг сделал, все, тебе пизда, считай, нахуй, ты от матов никак не отмоешься. И там все нормально делали. Ловили по миллиону ГП и посрали. Ну, миллион, это уже утрирую. Зато все четко делать научились. Да. Добили Иван. Я тоже так учился. Я, блядь, пошел только когда начинал играть, вступил в гильдию, блядь. Тогда пахал только 4 босса и шмотки нельзя было передавать. А был групп лут на боссе, а реал промахался. Короче, я нечаянно свалил катушку. Когда я течу, правильно, мастер месяц без лута. После этого больше нихуя не ролил, блядь. Пока не прочитал свой класс и что на меня идет, что не идет. Правда, потом бегал с катушкой, блядь, полгода хилил нахуй на холле пали, блядь. То есть ты там роль Краусена отыграл. Вы убили Ивант? Да. И уже дракона бьете? Да, будем. Но вам желательно шкаф поставить и присмотрите, качая меня. Это дорогое удовольствие. Это такое. Не дракона бьет. После дракона присмотрим. Мне вот честно, в последнее время стало казаться, что я единственный человек в гильдии, которому похуй, сколько у него ЕП и сколько ГП. Ага, да, как они, конечно. Потому что я просто вижу, типа, дайте мне за бесплатно, дайте мне за 10% эту шмотку. И типа, этим людям похуй то, что их срезали намного ГП за танка и хило шмот. Им похуй. Они хотят еще и ДТ шмот за 10%. Только ты же ливнул из-за того, что тебе ГП дали из гильдии. Я ливнула не из-за ГП, а из-за того, что мне его дали просто так. Все, успокойтесь. Ну, давайте мы будем слушать за этой темой, я опять сейчас нахуй сгорю. Лучше тактику на босса вспоминайте, сейчас посмотрим, что вы можете. Ну, это лучше подумать на дракон. Шарпи, ты понимаешь, да, что тебе 6-м хилом надо быть? Я вот, поэтому я полетел в Агримарк и сделал себе холи креста. Видишь, как я все продумал наперед. Почему мне похуй не ебать? Ливнул с рейда 500 ГП и ебашил себе. Ну, мне кажется, мастер таких людей, кто сам себе ГП начисляет, ну, очень мало. Уважать надо. Надо кикать с гильдии. Алиса тебя так хочет. Уважать. Не-не, жуха, да. Жуха, подачи. Я так стал делать тоже, по примеру, лидера, который на циркуле играет. Ну, потому что если ты реально виноват, вайпе рейда, ты мне сказал, рейду стопнуть на 5% на профи, например, в Гере. И рейд не стопнул, где-то ты виноват. Я себе ГП за такое давал там. Еще за что-то, не помню. Вот в резке. Вчера. Вайп рейда 500 ГП, если что. Ну это если один человек виноват. Если
если несколько привели к вреду, то они по 200 если получают. Пятьсот, по-моему, только один получил, кто ливнул вчера с РС. Нет желания. А остальное это так по мелочи раздавали. Ну вот я к чему веду. Вы хотите при этом, чтобы люди ходили в рейд? На как рейды, бля? За ошибку люди должны понести наказание. Да. Смотри, у нас, по крайней мере, нету, блядь, конкуренции даже на тот же ЗС. Когда будет хотя бы пару замен, которые можно заменить, тогда можно будет что-то ломить права. То есть мы можем брать любых раков нахуй в рейд, блядь, которые тупо вайпают. Виталий, а почему, Виталий, вот подожди, ты защит блока говоришь, что он рак. Пацан, я за него ничего не говорю, нахуй, я вообще не знаю, кто это такой. Сколько раз тебе объяснять, Зитум? Почему у тебя ведут этот разговор? Неужели сложно посмотреть, кто есть везде, кому предложить? Ребята, сейчас... Просто, блядь, сидеть на... ЗИДУМ! Всё, тихо. Сейчас Синду убьём, Дича убьём, и потом будет собрание. Там отведёте... Прочитай рейдно. Я написал, щитблок, ты тут? Он даже слова, блядь, не написал. Всё, хватит. Ставьте шкаф. Ребята, если я начну говорить вместо Шерпиступа, то я буду как-то, ну я не знаю, муты раздам просто всё. А я не умею, но прав на дискорде. Я их тебе давал, по-моему. Давал? Ставьте шкаф. Локи. Локи, ставьте шкаф. А, вон он шкаф. Поставили уже. Тебя суманули? Ну подходите сюда, да. Давай рассказывай, что кого. Рассказывай, я думаю, все так и знают. Ага, сейчас будет присты у нас диспелить, блять, стакина. Ща я релоуд сделаю. А есть такие, кто не знает тактику? Сейчас сгружусь и поставлю меточки. Я, кстати, ну лично, если бы я релил, я бы не ставил эти 5 меток. Я считаю это глупостью. Две метки достаточно. Да, люди уже привыкли к этим меткам. Ну ладно, зашел тогда поставлю только. Посмотрел, там меток нету вообще, нихуя нету, блядь, и как-то люди делают. Ребята, я зашел... Три метки стоят впереди и две сзади, типа, чуть-чуть. Просто. Нет разницы, как стоять. Просто других не задеть, и все. Чуть дальше. Какой вот, да? Ну, у тебя есть. А, все. Вошел на циркуль, пошел, блядь, сразу ЦВК 10 хм на этого, на сурка. Давид 20к с бурста ретриком. Ретриком 20к с бурста. Срывая игру, падаю, нахуй. Заебись по ДПС, блядь. Ну там у каждого рейла, но не у пуга. У пугов рейлов нету дымков. Ну почти нет. Чек на пул. Если кто-то не знает тактику, то жмите нет. Если кто-то тактику не знает, то жмите нет. А, электрошам, ЛДЗ. Понимаю. Короче, ой, давай я им поставлю метки. Два человека не знают тактику, они двинут весь рейд. Говоришь, что там все, блядь, теперь встретятся нахуй Джоуках, да? И Лимон, и Умутурман. Линолеум? Что? Кто? Я не буду путаться. А нахуй вы так близко поставили эти 5 меток? Нормально. Ну, подальше. Вальдеза, дай баф по рейду на темную магию. Хилимся, жрем булкина. Которых у вас нет. Ваши души! Трепещите смерть!
Пальдезе, у тебя появились сейчас стаки около категории. Больше 4 набирать нельзя. Они набираются, когда ты кастуешь. А теперь объясняю еще одну особенность этого босса. Чем ближе вы стоите к нему, тем быстрее вы пролетаете, и вы можете тем быстрее убежать от него. Паладины могут выжить под этим, нахуй, как его. Все встаем в один фрейм. Все в череп, все в череп, Иван, дай. Ух, ша, пизда себе. О, ты в натуре кабан, во. Не прячьтесь, Бокрус, не прячься, выйдите, выйдите из огня, умрите. Да ладно, еще, блядь, один трай, да именно. Даже босса не видели. Еще один трай, нахуй, туда посмотрим. Пускай учится, ну. Вы поняли систему? А она стояла, сдохла. Далин, снимай бабу. Пока что рассказываю. Будет притяжка, когда вот только что сейчас случилось. Нужно отбегать обратно на лестницу. Как можно быстрее. Будет, вот только что взлетела Синдрагуса, она будет кидать 5 меток на рейд. Выключите колонки у кого. Будет дать 5 меток на рейд. Нужно 5 меток выйти в метки. Трусы, крест, квадрат, череп и кружок, которые близко стоят. Это вся первая фаза. На второй фазе мы будем говорить, выйти влево или в центр. Будет кидать на, по одной метке на рейд. Нужно будет... Удачно. Бывает классно скоро. Да, за глыбами надо прятаться, когда вот эти 5 меток кидаются. Кидается 5 глыб, нужно прятаться за... Короче, возьми просто людей адекватных. Я не могу это рассказывать. Все нормально, один трай еще даем, вайпаются, нахуй, ГП двойное, блядь, до свидания, учим так. Дайте брестабаф. Можно вот один вопрос? Вот когда вмешивается вот эта синяя метка, прежде чем полетит ледяная колба, сколько секунд тебе дает, чтобы отбежать? 6. Все понял. На второй фазе первая метка выносится, каждая нечетная метка выносится в луну, каждая четная выносится в ромбик. Ну так и будут люди вайпаться. Видите, так. Насколько Войт умно все говорит, потому что реально он понимает, как оно есть, блин. Сколько ты не объясняй, не поймет. Жрем кауку. Якути, твоя задача — расколы. Да я ее не вытащил, блядь, на панельку. Типа. Танка перестала притягивать. Вальдеза, выйди, выйди в метку. Вальдеза, выйди вперед, 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 Вальдеза, вперед. Не туда.
О. Вальдеза, выходи. Молодец. Лиса, вроде ты чуть босса развернула, но у нас ближе к нам. Не-не, в другую сторону. Разобьем. Ага. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь...
император и лучник. Император нормально, что ты доебался? Я что-то сел. Не надо его. Элису надо захилить. Алло. Нет, конечно. О, Императора не меняй. Там хуй ебать этот, блядь, бельчоночек. Отъебись от меня. Турбо в логове Аниксе. Я так понимаю, он такое сделает. Оставь ты меня, чё ты, блин, я раз за рейд записать. Тебя в прошлый раз тоже кикали, не? Уйди. В прошлый раз это, блядь, недели три назад. Я всего тут. Это не три недели, ты неделю назад. Это в прошлом КД было. Меня нет. Говорите, Мультя? Утя. Вообще-то Якутия, а не Утя, блядь. Меня в Якутск как-то звали по приглашению. Я Утя, ну чё. Да, блядь, дайте Лича убить, вы чё, ребят? Тебе ещё в прошлый раз сказали это. Да, это Лича, блин, так один я раз говорю. Заряд закосячил, ёбану. Блядь, я один раз накосячил, кто-то, блядь, нахуй, 10, ебать. Дай ему тогда еще один трай. Давайте мы его, подождите, давайте закроем Синдру, а его возьмем на Лич. Чё, мы вагончика не подтянем, а ну, какой смысл закрывать Лича без Синдры? Он сказал подождать, он в ГБ пошел за символом. Ну вот, вместо глазастика и пойдет. Глазастик через 10-20 минут надо уходить. Как же Кома? Ты считаешь, что у меня нежна, блин, на отношения, мы все братья. Косячил, все, бога. Уже как в совке. Знаешь, на гречку садили. В смысле 24? Я еще на замене сижу.
в 20. Я тоже так косячил, хотя вроде и тактику знаю, но мне как-то стыдно. Шо? Мы сначала на возьмем. Может, вместо челана возьмем Лорея, чтобы челан, типа, все, он уже здесь. Замените меня, я честно, я минус, как бы нормально, вот меня на турбо можно заменить, четенько. Турбо в логове Аниксе. Просто тут... Сейчас, секундочку, отключусь и... Ему спекнуться. Он тут уже. Чулан. Ману пьет. Не-не-не, это чулан писал то, что он за символами пошел. Говоришь, щит блоку надо лечь, да? А это но кто? Он, сука, даже не досадил. Да, не чулан. Не щит, чулан умер. Вроде. А, не щит блоку, да. Вот им нахуй это не надо, ты за них впрягаешься, блядь. Чё, Пан еще нового ДК создал, что ли? Это не Пан, а ДК. Панс. Кто-то плагиарит. Ну, это не его. Пан, потому что в замерках написано то, что не твинг пана. Да, блядь, это мог любой написать, ну. Написано Дмитрий. Пан вроде не Дмитрий. Я же нажал, не нажал, нажал. Вальдеза подбежал. Император стоял нормально. Давайте правую кто-то. По центральник. Yeah.
На дали не есть. Да, там уже босс ходит. Повтори, пожалуйста, кому бросить Ромку. Не кидай мне, я не умираю. Зачем мне? У него СС-а, походу, нет. Ну не 25. 4. Алиса, у меня стакан. Прожим, куда я себе?
На ней больше 10 стаков. Ну не все. Я уже давал. Я на рогу. Осторожно, не спульте. Вальку не спульте, а то будет бой. Все, кто сюда прошли, бьем Вальку. Бьем Вальку, прожимай. Нет, нет, нет. Ну... Так, портуемся сюда, будем бить Вальку. Будем бить Вальку. Она уже а печеньку почему? Она сюда летает. Бьем Вальку. Потому бьем что Вальку. Одна печенька за рейд. Агри Вальку. Фулл ДД по Вальке. За рейд одна печенька. Чулан еще не получал печеньки. Вторая там есть. Вторая я ушел. Валька, в смысле, есть вторая? А, вторая не видит, нет одна. Я что-то один нахожу. Значит, пошли к лечу. Говорят, что убили давно. Лучше убивать Валик, потому что всегда в рейде будут нубы, которые их будут агрить. Будет бой, и все будут полчаса сидеть.